В Ленинском городском округе успешно реализуется Московская областная программа по предоставлению жилья детям-сиротам. Так, сегодня глава муниципалитета Алексей Спасский вручил ключи от квартиры Георгию Мусорину. 3 дня назад молодому человеку исполнилось 18 лет. Он находится на попечении у приемных родителей, которые до сих пор не верят, что у приемного сына теперь есть своя жилплощадь. Георгий на хорошем счету в колледже, получает образование по специальности механик. Планов на будущее не строит. Говорит, вначале надо обустроиться. Строить новую квартиру. Мебель купить, не знаю, всю санчасть, я не знаю. Все купить для квартиры, чтобы там жить. Еще не осознал, что у меня есть квартиры, и не знаю, но так рад. Квартира Георгия Мусорина находится в микрорайоне пригород Лесное. Однокомнатная, но достаточно просторная, почти 34 квадратных метра. Район современный, дом новый, развитая инфраструктура. Никаких технических сложностей мы с этим не видим. Мы приобретаем квартиры в новостройках, ну и, соответственно, от администрации. Наша задача, чтобы все случилось вовремя, ну, вовремя и в срок. Мне кажется, это важнейшее событие в жизни любого человека, вне зависимости от возраста, что я сказал в самом начале нашего сегодняшнего общения. Свою квартиру по достижении 18 лет получает каждый житель Ленинского городского округа, оказавшийся в похожей трудной жизненной ситуации. На основании приказа Министерства образования Московской области муниципалитет обязан обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году в округе ключи получили уже 5 ребят. До конца 2020 года их выдадут еще 4.